В связи с тем, что количество заболевших COVID-19 в Ульяновской области растет, ускорены темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщают в правительстве региона, в сутки вакцинируются до 5000 человек. Для удобства граждан созданы выездные мобильные бригады врачей, которые прививают прямо на рабочих местах. Центр общественного здоровья воспользовался таким видом услуг. Первой привилась главный врач центра, председатель региональной медицинской палаты Валентина Караулова. Валентине Герасимовне была введена вакцина «Спутник Ви». На мой взгляд, это наиболее испытанная уже вакцина. И вот все мои близкие и знакомые прививались этой вакциной. Коллеги тоже, в общем-то, рекомендуют эту вакцину. Поэтому мы прививаемся сегодня «Спутником». Первый компонент вакцины получили 13 из 20 сотрудников центра. По словам главврача, несколько человек были вакцинированы еще весной, двое имеют медотвод. Валентина Герасимовна подчеркнула, что вакцинироваться нужно всем, кто не имеет противопоказаний, и напомнила, в каком случае нельзя прививаться. Есть признаки респираторной вирусной инфекции. В этом случае нельзя делать ни в коем случае. Если есть обострение имеющихся хронических заболеваний, тоже делать нельзя прививку. Всех предупредили о том, что не ходили в баню, не принимали горячий душ, не терли место инъекции. Вот. Ну и если кто-то, у кого-то будет повышение температуры, то мы, конечно, решим вопрос об освобождении там на день, на два. В Центре общественного здоровья также напомнили, что каждый может вакцинироваться самостоятельно в поликлиниках, ФАПах и других стационарных пунктах. Для этого необходимо предварительно записаться и прийти в назначенный день. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.